интересный проект восстановления старт-шоссе на такой необычной раме, покрытые серебром и золотом. Прикольные колесики поставили. В общем, дедушка или дяденька в возрасте решил вспомнить молодость и собрать очень-очень-очень старый велосипедик, на котором он в детстве катался. Вот нечто такое супер-супер современное. Все компоненты Shimano Sora, классные тормоза, такой необычная сидушка получилась. В принципе, все офигенно. Единственное, что вот, когда они перенарезали резьбу на каретке и после этого покрасили, не закрыли ничем резьбу, и очень много пришлось времени потратить, чтобы вычистить краску и грунтовку из резьбы кареточной. И для того, чтобы установить передний перекрюк на систему, они приварили крепеж под тросик. Приварили его не очень аккуратно, не очень ровно, и туда попала сварка. Это очень долго пришлось вычищать, высверливать, надо ли им поработать. И результат тоже такой не идеальный, потому что этот крепеж стоит немножко не под тем углом относительно переклюка. Поэтому ну, не идеально, там 99% работает переклюк, но можно было бы сделать лучше. А так все шикарно, единственное, что вынос остался такой вот неприглядный. Полное восстановление очередного старт-шоссе. Интересная покраска, это поталь, настоящее серебро, настоящее золото. Что тут сделано? Ну, сделано вообще все, то есть поставили колеса, поставили систему на каретке Hollow Tech, то есть там перенарезана резьба. Поставили на Sora все комплектующие, правили очень хорошо дропауты, чтобы выровнять вот эту геометрию, прям практически в идеал ее вывели. Пришлось немножко раздвинуть перья из интересного крепления под клещевой тормоз. Клещевые тормоза они намного меньше по размеру, поэтому такие переходники необычные. И впереди то же самое. Вставлена трубка, закреплена на винтах. И вот так вот сделан передний тормоз. Фокус на улице. Сейчас здесь тоже получше сниму. Ок. То есть очень необычное решение для крепления тормозов. Карбоновая сидушечка. Все так модно, прикольно. Единственное, что, конечно, хозяин почему-то решил оставить старый вынос. Хотя можно было сделать намного интереснее. Вот. Еще необычное то, что вот здесь вот у нас такие прикольные колпачки, которые носиком тонким упираются внутрь вот этого держателя. А вот здесь вот просто тормозные тросики, они зачищены от изоляции и вот самим металлом вставлены внутрь.